чем чего обрабатывать. Я, значит, мы подошли чисто теоретически и экономически к проблеме. Если снижать норму высева до, на 1, на 2, на 3 миллиона, мы, конечно, обрабатываем дивиденд Supreme, так как 2 ДВ, и еще у нас там инсектицид присутствует. Очень положительные результаты показываются. Даже корневую, когда копаешь, ну, борода, как называется, наверное, правильно, вот так вот, бороды намного больше, чем со всем остальным. При том, что у нас погода не балует, реально сушит, сушит очень серьезно. Чисто своих замечаний вообще, чем выше агрофон, тем больше отзывается на дивиденд Supreme. Скорее всего, наверное, это и густота стеблестоя, и ширина междурядий влияет. И, конечно, в первую очередь, это как почва заряжена, чем она дышит.